Смотрите, мы ушли в левую сторону пирса, и здесь картина прям вообще маслом. То есть люди тащат детей на глубину, взрослые причем. Волны нет, честно. Но у нас порывы ветра обещают 18 метров в секунду. Тягун, возможно, даже сейчас не страшен, но удар молнии. Вы видите, какое небо вокруг, да? То есть посмотрите. Тоже может прервать жизнь. В общем, в принципе, да, висит красный флаг. Купание запрещено. Тут спасателей, видите, нет, но в центральном пляже там кто-то выгонял, здесь не выгоняет никто. И люди прям тащатся своими детками, наслаждаются морскими ваннами. Дай бог им всем здоровья, чтобы все они благополучно выбрались из моря, я бы этого очень сильно хотел. Ну, конечно, наблюдать все это очень тяжело. Особенно, когда ты знаешь, как погибли люди, в море просто на берегу был мальчик, его утянуло, за ним бросили взрослые и тоже погибли. К сожалению, ничего не учит горькая правда на жизни. Там дальше то же самое, тоже тянут деток в море взрослые. Ну, а что, многие приехали, как говорят, что на несколько дней всего лишь, им хочется искупаться. Рассказывать о том, что вот можно вот поближе к берегу там окунуться, и то лучше беречь себя. Это жизненно одна, берегите себя, дорогие зрители.